Клим, скажи всем привет. Молодец, что ты делаешь? Ди это душ. Набирай из душа воду. Сначала! А кто здесь кричит? Сына, ты еще будешь кушать? Что хочешь? Думаешь? Или еще? Пальчик вытащи изо рта. Ну, ты мама. Молодец. Ой, нельзя показывать. Там секрет. Да. Будем буквы повторять? Да. Давай. Это что за буква? А. Нет, это Ж. И. И. В. В. А. А. Я. Я. Живая. Говори А. А. З. Я. Б. Б. У. И. К. К. А. А. Азбука. А. Как обезьянка надувает шарик. Мы капусту рубим, рубим. Мы капусту жмем, жмем. Мы капусту трем, трем. Мы капусту солим, солим. Мы капусту кушаем. А покажи бокс, бокс. Вот так, да. Правильно. А как бабу зовут? Гадя. Деда как зовут? Папа. Маму? Катя. А как папу зовут? Сятя. У тебя есть собака? Да. Как ее зовут? Ака. Сколько тебе лет? Правильно. Скоро будет 2. Где? Скоро будет столько. Вот столько скоро будет. А покажи, как енот полоскун делает. Какие у Бармалея усы? Вот такие. А как кукушка делает каждый час? Ку-ку. Вот она, кукушка. Правильно. А со стулом что произошло? Мама. Сломал, да. Вот он. А как баба тебя стригла? И что падало? Каки. Правильно. А кто убирал каки? Мама. И Клим? Клим вот так плакал, да. А ты еще будешь плакать? Нет. Сына, ты что придумал? Мы пойдем сейчас с тобой гулять? Да, да. Покажи, как ты красишься. Ты уже один раз макнула, хватит. Все, дай маме, покажи. Как красится. Вот так, молодец. Все, больше мама не даст. Хватит тебе одного треугольника на лбу. Надо его закрыть. Сына, ты че? Все? Вот так в зеркало надо посмотреть. Вот, сын. Мама так, да, красится? Именно так, именно с этим зеркалом. Все? Теперь посмотри на себя только подальше. Вот, смотри. Сейчас поедем мы. Сына. С тобой вообще никуда не уезжаю. Ты чё падаешь? Классно? Да. Ты мой хороший. Баба. И баба сюда должна прийти. Вон она, баба.
плакаться не. Нет. Клим, страшно? Ой, мне самой страшно. Снимайся. Там что, машины? Катя, нам туда надо. Я ужасно боюсь этих мостов. Мне прям страшно. Бегом стараюсь пройти. А Климась не боится. Ура! Вот такой прошли путь. Клим, ты где? Ты поедешь на этом парашюте? Нет. Почему? Это воздушный шар. Рыбки? Нет. Мышка как делает? Пи-пи-пи. Ай-яй-яй. Да. А еще смотри, большие рыбки. Хочешь там больших посмотреть? Кама. Камни. Камни, да. Да. Да, еще раз. Все. Да. Большая, да? Да. Мама. Мама. И маленькая, и большая. Что там? Укусила? Да. Капнула? Да. Ну что-то там капает. Да. Алло, алло, говори, да, папа? Интересные кнопки. Говори, алло, папа. Да, папа. Линка. Ку-ку. Давай складывай, пожалуйста. Все разбросала. Всем привет! Слава Богу, Климка себя чувствует намного лучше. Непонятно мне, что это за вирус такой. Надеюсь, что Климка чуть-чуть попозже пойдет с бабулей погуляет, а я приготовлю овощное рагу. Я вот все купила. Сейчас нужно чем-то Клима накормить. Все, что у меня есть, Клим не хочет. Я уже не знаю, чем его кормить. Он ничего не хочет. Я недавно под видео заикнулась о том, что видео с Маргаритой больше не будет. Потому что действительно запросов очень много, чтобы я сняла очередной челлендж с Ритой. Ну, это правда. Причина, я думаю, всем понятна. Родители Маргариты не разрешают снимать ее. Честно признаться, я немного была обижена вначале. Но посидев, подумав, я поняла, что правда так должно быть, и это к лучшему. Наконец-то я для себя поняла одну прописную истину. Нельзя снимать чужих детей, чтобы потом обижаться, что тебе их не дают снимать. Вообще, изначально снимать не надо было. Вот, но это было старое видео, я, конечно же, удавлять не буду. Сейчас я ни на кого не обижаюсь, а понимаю, что если ты хочешь снимать, снимай своих детей. Это правда. Маргарита, конечно же, мне не чужая, она родная, она моя любимая девочка. Но у нее есть свои родители, свои правила, свои законы в семье. Они не хотят, чтобы Маргарита была в Ютубе. Их право, решение, я абсолютно уважаю его. Я надеюсь на понимание с вашей стороны. Также рассчитываю, что вы не перестанете смотреть наше видео. Наконец-то я пойду сейчас готовить овощное рагу. Я никак не могу взять себя в руки и начать что-то делать полезное. Я все собираюсь начать готовить, кушать. Никак. То одно, то другое. Вот сейчас я поела дыню. Вот. И продолжаю ее кушать. Вот, остался один кусочек, и она больше не будет меня мучить и смотреть на меня. Хотите верьте, хотите нет, вот это вот все я буду резать. Это все я порежу на баклажановую икру. Знаете, вот среди этой груды перцев затаился какой-то острый, потому что у меня горят руки, и я уже почесала нос. Вот столько у меня получилось. Та-дам, и столько осталось. Я сейчас дождусь, пока усядется, и еще вот это вот сверху положу. Сейчас через секунду скажет. Все, мама. Все, мама. Нет. Еще? Все, хватит. Как чук-чук делает? Покажи. Чук-чук-чук-чук-чук. Покажи, какой ты гибкий. Давай-ка посмотрим, что там внутри. Какой ты гибкий, покажи. Вот молодец. Нет. Шпагат.
Давай шпагат. Моя кнопка голубая. Кому пить? Уточек попои, правильно. Ням-ням. Теперь покорми их. Ням-ням-ням. Скажи, кушайте уточки. Ням. Гуси, то есть. Он их уже ломал однажды. Мы клеили. Так. Кушают, да? Няма. Вот так, няма-няма. Ты молодец, такой заботливый мальчик. Упала? Да. Вот так. Говори всем пока. Сынок. Папа. Упала. Скажи пока, сына. В общем, мы сегодня выяснили, что у Климки, скорее всего, энтеровирус. Потому что у него еще понос. Так что вот, продолжаем лечение. На сегодня он чувствует себя намного лучше. Ням-ням. Мама, ням-няма. Да, няма-няма. Всем пока-пока. Ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.